Может, два вопросика еще для моего издания. Так. Та сборная на чемпионате мира 90-го года, Камеруна, я еще был маленький, смотрел, это было, ну, как из сказки. А с чем бы вы это сравнили вы сейчас, спустя столько лет, тот успех? Ну, как-то сравнить сложно, потому что там ситуация была такая, что я готов был ежедневно чуть ли не к тому, что меня оттуда эвакуируют. Поэтому вот эти сложности были. Сейчас... По причинам? Ну, например, мы играем отборочные игры чемпионата мира, и после двух игр у нас всего одно очко, вместо четырех. И если мы проигрываем следующую игру с Габоном, то команда не попадает на чемпионат мира, задача, которая передо мной ставилась, не выполняется, и поэтому нужно было срочно тогда эвакуироваться. Вот этот топор надо мной все время висел, и даже уже когда мы завоевали путевку на чемпионат мира, все равно там пошли разговоры о том, что тренера нужно заменить, чтобы был ближе. Ну, имелся в виду француз. Ну, он меня там, министр спорта, оставил. Поддержал. Удачи. Сопутствовала нам. Как вас подблагодарили за успешное выступление на чемпионате мира? Вот. Благодарили там, вы не представляете, какая была встреча после чемпионата мира в двух городах. В Дуале и в Яунде, когда весь город, казалось, выходил на улицу. И вот благодарность болельщиков – это превыше всего. Вы тогда поняли, как надо управлять африканскими футболистами? Если бы сейчас вы возглавляли сборную Камеруна, это были бы другие, как вы думаете, требования? Это были бы другие футболисты по уровню профессионализма и мастерства? Сейчас уже да, потому что в то время, когда я работал, профессионального футбола в Камеруне вообще не существовало. Там был любительский чемпионат. А сейчас сложности тоже были бы, потому что почти все игроки национальной сборной играют в серьезных клубах. И управлять звездами – это тоже непростой процесс. И не думаю, что было бы легче, чем это было в те времена. Если звать в Россию, Валерий Кузьмич, игрока из Африки, то каких в рамках нашего сотрудничества намечающегося? Вы знаете, мне кажется, африканцы очень быстро адаптируются к любой ситуации. И много игроков из Камеруна играли в наших чемпионатах. И играют и сейчас. Они, мне кажется, готовы ко всему, поэтому с ними сложности не может быть. Ну, например, не так, чтобы они мешали расти вот тей, той плеяде, например, талантливых молодых футболистов, которые сейчас появились в ЦСКА, да? Надо этот баланс как-то искать, да? А, это другая тема совершенно, да. Конкурентная борьба нужна, но я считаю, что сейчас для наших футболистов как раз такой серьезный шанс бороться за место в составе. Спасибо большое, Валерий Кузьмич. Все, спасибо. Огромное. Спасибо. Большое спасибо.